Представляем вашему вниманию прогноз погоды на понедельник, 2 июля. В Караганде плюс 25, дождь, гроза. В Павлодаре столбики термометров покажут плюс 29, дождь, гроза. В Кокшетау температура воздуха составит плюс 27, дождь с грозой. В Петропавловске облачно, плюс 27. В Кустанае синоптики прогнозируют ясный день, плюс 29. В Актобе плюс 34, осадков не ожидается. В Уральске плюс 37, небольшая облачность. В Атырау плюс 34, солнечный день. В Актау плюс 36, ясно. В Кызылорде 35 градусов выше нуля, облачно. В Шымкенте плюс 36, дождь. В Таразе дождь, плюс 33. В Талдыкургане 32 градуса тепла, дождь. В Усть-Каменогорске плюс 29, дождь, гроза. В Алматы плюс 31, дождь. В Астане ясно, плюс 27.